Ребята, всем привет! Здоровайся. Здравствуйте. Что такое? Что-то аварию не сделал, блядь. Зникает мне, блядь. Короче, ребят, сейчас на тренировочку, а потом пойдем пожрем. Там вот друзей. Ну, короче, все увидите, так что не переключайтесь, как всегда. Эй, что творишь, блядь? Че, ребят, на тренировочку идем. Что, рисовался? Я хочу снять, как ты раздеваешься. Эй, ты не будешь вставлять меня в YouTube? Ах, квач. Окей, ребят, все. Здравствуйте. Смотрите, ну, потренировались, короче. Не знаю, кого это интересирует, но мы все равно потренировались. Мы теперь звери. А теперь мы поедем. Эй, смотри, дрянь. А потом говорят, эти воруют эти блины. Они их на улице оставляют. Короче, сейчас мы поедем. Да, друзей. Посмотрим, что они там открыли. Что за ресторан или забегаловка, что-то такое вообще. И это. Ну и посмотрим, похаваем что-нибудь. Че? Че, не мог подождать? Блин? А, зо. А, ребята, у меня суперга. Бананов надо много есть. Thank you very much. Thank you very much. Вот уроды. Думаешь? Вот уроды, а, я знаю. Короче, ребят, короче. Короче, ребят, короче. А лучше в таблетки магнезию. Я таблетки не хочу есть. Давай шевелись. Шевелись, сказали тебе. Едешь какая. Вот что, она еще поедет. Эй! Ай, пойду дом гость. Смотри, дрынь, еще сейчас мы спим. Что за дела надо? Да она лезет, овца, блядь. А у вас брат в маске есть? Она вообще не посмотрела. Она смотрит в одну сторону и едет. И ребенок у нее еще. Да? Как можно с ребенком? Да вообще да, по-моему. Сейчас напрягаться, все просто раз побежал. Ну вообще, тот вообще тебя не видел, это чурки потом побежали. Ну ладно, что. Мы сейчас тоже едем до не русских. Так что, мы нормально с ними, что? Так, ну что, поехали на Кауфланды. Так, что будем брать? Венца для рыца или водку? Вот эту вот. Или водку эту. Давай лучше виски. Или? А он водку они не будут пить же. Это же наши турские приятели. Они водку не так уж. Они только с нами ее выпьют, если только. Ага, теперь я понял, о чем идет. Как евреи думают. Короче, вон, дрынь, смотри, есть, я, если честно сказать, не шарю то толком, но если взять, например, что тут-то есть, так, ну вот, например, смотри, легенькое такое. Да нет, давай что-нибудь нормальное берем, а дрынь или шампанье, мою бутылку. Давай вот. На открытие, да? Нет. Потом могут это они. Или это бабская херня? Чудо. А? Чудо, бабская должна быть. А мы ее сейчас сами выпьем. Да, давай надо брать то, что люди пьют, а не эту. Я вообще этот шампанское не люблю. Смотри, Black Label есть. Або есть еще и какие-то, вон, смотрю, я не, вообще не шарю, что это. Ну, Black Label нормальный, противный. Противный? А вот это что такое? Вот этот, как, что это такое, дрожь? Смотри, пробка. Смотри, класс. Как я бутылку классно. Ну, давай, мне похуй. Ну, можно пить, это, блин. Ну, это что пойдет? Black, другие лейблы. Ну, не, вот этот возьмем и все. Ну, все.
все, let's go. Может, что-то... Вообще, подскажите кто-нибудь, а что вообще дарят на такое открытие вообще? Хрен его знает. Копилку, может, или не знаю. Фиг его знает. Ага? Или вот, дрынь, давай. Он меня увидел уже. Пойдем, дрынь, подойдем сперва. Да он увидел меня уже. Василюс, это... Братан, вот, ребят, подошли посмотреть на этот магазинчик. Что они здесь открыли? Вот, ребят, это начальники. Открыли тут этот. Сейчас пройдем у них перекусим. Что у них тут вкусненького есть? Ага. Ну, короче, сейчас придем в туалет, сходим и поэтому. Еще сейчас на выпить нам еще, кстати. Эй, Макшин Диглизафой. Я говорю, давай уже стаканы наполняй. Так, что у них здесь есть? Так, есть пицца, есть шпагетти, салатик или что это? Боксы какие-то. Ой, бюргер есть. Бомбастико. О, лека, это мед песто, или вас? Да. А вот. Selbstgemacht, ne? Ja. Ja, alles selbst gemacht. Und mit Parmesan. Und mich gibt's zum Nachtisch. Da können wir es nur die Deutschen verstehen. Короче, ребят, у кого есть желание, кто с Ханновера, приезжайте, хавайте. Kaufland. Ну, кто с Ханновера, те знают, где это находится. Сейчас, короче, мы присядем. Сейчас будем дегустировать, ребят. Как и говорю, выпуск будет называться «Быстро и вкусно», только сам готовить не собираюсь. А я заказал себе сейчас сразу... То есть сейчас она придет, я закажу себе вот этот бюргер. Тут много выбора, короче, всякого. Но я хочу вот этот вот похавать. Еще с картошкой, знаешь, мне нравится, что не помес там, не фри, помес фри или как его, картошка фри, а нормальная картошка. А что пить будем? Все понятно. Обмыть. Да нет, чуть стаканчик можно выпить. Певца для рвца. Ребята, вы видите, он начальник стоит. Хотел пиво налить, но у него ничего не получилось. Короче, как она его наливает или он, мы будем очень долго ждать. Там пиво будет выглядеть как пломбир. Знаешь, такой белый в стаканчике просто. Пена одна. Так, что не напросить? Данка. Так. Это сыр? Да. Ты можешь... посыпать сыром. Это ну это кноблох, как там волос, что ли? А нет, это корзинка. Блин, я просто ненавижу волосы. Это, короче, майонез с этим чесноком или как его, да? Айоли или как называется? Как? Ауеть? Короче, ребят, кто с Ханновера, кто смотрит меня, приходите сюда, Kaufland на Банхофе. Ну, все знают его. Приходите внутрь, заходите, потом по правой стороне. Я думаю, будет вкусно. Кола полезная, пей. А ну-ка, бутылку нам принесите. Мы вам еще одну купим. Vielen Dank. Дальше. Ну что, дрынь, давай. Этих нету там. Мы выпьем за нас. Ну и за них, что, чтобы магазинчик, ресторанчик там, забегалчик. Или что? Ну, чтобы Марика пела. Ребят,
не поверите, как это невкусно. Ну а что делать нам? Надо же выпить за это. Пиво Варштайна. Опа-на. О, Данкешин. О, ребят. Не, вы, Данка, Данка, где? Короче, выглядит шикарно. На, фильм Данк. На, Данк. Выглядит шикарно, я вам скажу. Смотрите. Котлетка, луковиц. Короче, выглядит, как я делал. Эй, вас гид, вроде, а вот здесь. Эй, да все? Ты хули? Ай, шлюк. Давай, выпьем, выпьем за твой... Это, чтобы все было нормально у тебя. Спасибо, приятный аппетит. Спасибо большое, брат. Дегустируем. Говорю, все, блядь. Опа, вкусный? Вкусный. Булочка мне нравится, необычная, не такая, знаешь, какая-то. Она такая вкусная очень. Плюс еще вот этот розмарин. Как розмарин поэтому, я не знаю. Розовая марина. Да? Не знаю. Даник. Уже ругается. Нос надо. Надо самому начальнику прийти, чтобы все поправить, она неправильно сделала. Данкшин, я хама. Ты же не зэгу, ты хама. Кенца. Я хой бога хмулый. Ты что? Сгоняешь на кухню, критично сгоняешь. Его? Офигенный. Ну, попробуй. Не, я свой бургер. А вот чуть не хватает. Не, до сальвы, до персиков, я считаю, сам должен. Не, ну это вкусно, мне ничего не надо. Знаешь, единственное, что могли бы мне кетчуп, ну, не обязательно. Вкусно. Ребята, вон, еще принесли эту, какую, пиццу нам. Окей, давай, пиццу еще пробуем. Нажрался и напился пиво, если честно сказать, не мое, потому что газов нету почти что вообще. Ребят, мы будем доедать потихоньку, чуть посидим еще. Быстро и вкусно было. Так, ну что, я скажу так, что мы обожрались, все было нормально, да, Дрю? Это пиво, ты скидывай. Девку. Эй, девка. Ну я не знаю, как ее звать. Я знать должен. Ребят, я же говорю, недорого. Вот смотри, что мы все съели. Считает тридцаточка. Вот, два Варштайна, шпагетти, бургер. Тридцатка. Заходите, кушайте, наслаждайтесь. А мы что, пойдем сейчас? С вами безух, да? Филин данк, где? Очень вкусно. Замочусь. Все, бессиниссимо. Вот говорит, до следующего раза. Так что давай. Nicht dafür. Vielen, vielen lieben Dank. Nein. Das nächste Mal kommen wir und dann. Ja. Wochenende. Aber komm nicht alleine. Nein, niemals. Tschüss, macht's gut. Ну все, ребят, что я вам скажу. Покушали. Все было вкусно. И все, теперь можно пойти похавать где-то. Так что вот такие дела. Давайте, ребят. Как-то так сегодня. Все, давай, друг, прощайся. Я тоже прощаюсь. До свидания. Все, давайте, ребят, счастливо. А, кстати, лайк, подписка на какую тачку. Да, ребят, что вы? Видали обзор, последнее видео мое? Это и была херня. Вы посмотрите на эти турбины. Ладно, все, давайте, подписка, комментарии. Ну, короче, все остальное. А мы поехали домой.